А кто еще был на стороне нацистов? Польша нет. Польша была вроде. Советский Союз вместе с фашистской Германией напали на Польшу. Советский Союз? Вітаю всіх в новому відтінку. Дійсно, хотів би вам показати дуже цікаву розмову з єнцем воєнним, солдінькажі, які беруть вивяди з російськими єнцями воєнними. Їх зробили понад 70 вивядів. Цього не притлумачуємо, бо там півтори години і притлумачуємо кавалик вивяду, якщо там, де ході о Польську. Дуже прошу вашої уваги. Ну, у нас учили те, що, так скажемо, закладували з самого дитинства, те, що Росія везде і завжди права. Так скажем. Ну, даже вот Ирак, Сирия, ну, везде мы были как... Ирак? Ну, Ирак это там, где, ну, Америка заходила. Ну. Вот. Когда уничтожала народ. Ну. Сирия что было? В Сирии тоже война была с... Ну-ну, расскажите мне, зачем ВКС, ваши космические войска, стерли город Алеппо в Сирии? Город с лица земли стерли. Знаете это? Нет. Почему? Так выглядело Алеппо по российским бомбардованиям. Не знаю, не было такого. Тупо разбомбили здоровенный город в ноль. Нет, не слышал. Где еще что там? Вот. Также вот Америка, когда использовала ядерное оружие, ну, Хиросима, ну. Нагасаки, ну, тоже уничтожила целый, ну, город, людей, там миллионы погибли. Вы только подождите, ну, так как... Вы хотите поговорить про те года, про Хиросиму, про Японию? На чьей стороне была Япония во время Второй мировой войны? На стороне... Я не знаю, я вас спрашиваю. На стороне нацистов. Угу. А кто еще был на стороне нацистов? На стороне нацистов... Фашистская Германия. Да. Так, Польша нет. Польша была вроде. Я сейчас буду с военнопленным делиться. Вам выдали военную тайну? Нет, какой военной тайны? Ну, вам всем пленным выдают военную тайну, когда вы идете воевать в Украину. Когда вы теряете эту тайну, вам под роспись выдают вторую военную тайну. Вам давали? Нет, какая? Я вам сейчас выдам одну военную тайну. Хотите? Да. Советский Союз вместе с фашистской Германией напали на Польшу. Советский Союз? Угу. Как это? Мы же воевали против фашистской Германии. Вы реально этого не знали? Нет, у нас... Мы выиграли в той войне, ну так скажем. Советский Союз выиграл фашистскую Германию. Так направда, большинство обывателей России мыслят, что война началась в 1941 году. И для них есть шок. Же совети перед тем сотрудничали с немцами, и в то уверить они не могут. Они не могут себе позволить в то уверить. С 41 по 45 они воевали. В 45 мы были в Берлине. А с 39 по 41 что было? Войны не было, нет. Ну, я, походу, выдал слишком сложную военную тайну. Советский Союз напал на Польшу. Вместе с фашистской Германией. Они были союзниками. А когда Германия напала на Советский Союз в 1941 году, вас объявили о Великой Отечественной войне. Поворот? Поворот. О чем это говорит? Поломал я военного пленного. Это... По 13 статье Женевской конвенции это не считается пыткой, что я вам рассказываю такие Нет. исторические новости? Я, ну, что я не понимаю, я не могу этого понять. Как это? Смотрите. А как? Смотрите. Вот Германия. Угу. Вот Советский Союз. Угу.
Вначале вы сказали там глупость в том, что Польша была на стороне фашистской Германии. Ну, глупость, потому что глупость. Для того, чтобы напасть на Советский Союз, вот этой Германии, что нужно сделать? Ей нужно сперва захватить Советский Союз. Ей надо вначале захватить Польшу. Польшу? Там еще другие государства. Ну, чтобы до границы хотя бы Советского Союза дойти. Правильно? Ну, ну, как бы. Был договорняк между Германией и совками о ненападении и при этом разделе Польши. Ну, о ненападении я точно помню, о разделе Польши. Парад еще был совместный. Солдат Германии и Советского Союза. Знаете про это? Нет. А так выглядала спульна парада жовнежи немецких и советских в Бресте. Тут и видимо на тих мімиках, як офіцерові советські і німецькі разом спензаємо час, вітаємося. Ганс Гудерян той і віта советських жовнежів. А до 41-го года включительно советы поставляли в фашистскую Германию одежду, ткань, металл, топливо, ну, там, все, что, короче, надо для войны. Зерно, там, вот эту вот всю фигню. Не знали этого? Так, ну, нет, не знал. А войну победил не только Советский Союз. Кто победил войну? Ну... Америка, наверное. Угу. Франция. Ну, это страны, которые были победителями. Но изначально Вторая мировая война была выиграна исключительно благодаря помощи американцев и американскому ленд-лизу. Знаете, что это? Это помощь была... Это военная и гуманитарная помощь Советскому Союзу и Альянс, и другим... Это показано в фильме, даже в одном, «Битва за Севастополь». Это много где показано. Советские солдаты ели американскую тушенку, Красная Армия ела американскую тушенку. Т-34, легендарные танки, без американских станков невозможно было бы делать. Грузовики, 90% всех грузовиков и вагонов, и локомотивов были иностранные. А формула ленд-лиза подразумевает, что на время войны выдается необходимое количество техники, там, медикаментов, всего-всего-всего, и после войны, без денег, важное уточнение. И после войны все, что не уничтожено, должно быть возвращено. Давайте побачимо, що і в якій ілості було дане в рамах ленд-лізу Зв'язку Радянському. Самоліти. 22 150 штук. 12 700 човгів. Тінжарувки. 375 863 штуки. Статки. 608 статків. Локомотиви. 1981 штука. Найцікавше стабує стабуві. 15 417 000 штук. До цього, якби не ленд-ліз, то жовніжі радянські ходили би на босо. 268 тонн мороженого м'яса. 3 мільйони 66 штук опон. Праві 665 тисянці консерв м'ясних. Направда, помоць великих філостя б чіскего попроти. Канал тих хлопаков називається Владимир Золкін. Бардзо полецом. Направда, бардзо цікаві вивяди робив з тими жовніжами російськими. Даже не заповідаємо правди о тим, як трапляємо на війни, як їх мобілізуємо,
Хтось йде за каси, хтось йде з вензення. Дякуємо багато за увагу. Якщо сподобався тобі та нептінок, і хочеш більше таких відтінків, пиши коментарі, давай лайки, субскрибуй канал. Також можна вспірати канал, всі лінки в описі. Дякуємо, до побачення.